полмесяца, чтобы собрать и подать документы для записи в детские сады. В Чебоксарах начинается подготовка к комплектованию дошкольных учреждений. До 15 апреля родителям необходимо предоставить в отдел учета детей администрации города документы, в том числе свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, льготные документы, информацию о ребенке и указать приоритетный детский сад. 1 июня уже начнется прием детей, которые впервые поступают в дошкольные образовательные учреждения. Подготовить малышей стоит и психологически. Специалисты советуют приблизить режим ребенка к установленному порядку дня в детсаду.